сами сказали, мы истинные арийцы и произошли с Кавказа, мы кавказоиды. Нет. Были же несколько стычек на постах. Я считаю, его приспешники сами его сдадут. Российские вертолеты, это мои вертолеты, которые я купил. Защита интересов граждан, конституционного строя, для оппозиции, говорит о том, что он сам личный участник и организатор, и руководитель этой неслыханной провокации, с неслыханной ложью. Видимо, в арсеналах высшего политического руководства России методы не только не изменились, а стали все более агрессивные и человеконенавистнические. И потому, как относятся государства и народы целые с многомиллионным населением по ситуации в Чечне, лично моя обеспокоенность в том, что пожар мировой войны